Доброе утро. Мой день начался 3 часа тому назад, сейчас без 15:10. Я всегда встаю где-то 6:30, 6:45. И сейчас я приехала в Краков к косметологу. Это доктор Анна. Она из Украины. Я поделюсь с вами контактами внизу. Это потрясающая женщина, и она никогда не делает ничего лишнего. Потом покажу вам, как выглядит лицо после чистки. Оно, кстати, очень быстро восстанавливается. Сама себе я не могу сделать так аккуратно. The road ahead, it twists and turns, and the sun beats down and it burns. But I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path. And I keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Ну, это я такое ем. Может, это выглядит не так привлекательно и аппетитно, но это мой любимый десерт в последнее время. Это шоколадный пудинг чиа, где-то на 270 грамм молока. Я насыпаю 50 граммов семечек чиа, это 2 порции у меня получается, столовую ложку какао-порошка, мед по желанию, у меня очень сладкое манго, и также где-то 100 миллилитров кокосовых сливок. Все хорошо перемешиваем, оставляем на ночь, и потом можно добавлять какие-то замороженные ягоды, если сейчас нет свежих, или же апельсин, это моя любимая вкусняшка. С момента чистки прошло 2,5 часа, и мне кажется, что я выгляжу как нормальный человек. Я в своих видео никогда не использую никакие бьюти-фильтры, при том, что у меня реактивная, очень чувствительная кожа, то есть когда к ней прикасаешься, а тем более что-то там давишь, она быстро краснеет, и это покраснение проходит. При том, что мне давили лицо по всему периметру, там, где это нужно было, то, что сейчас есть, это замечательный результат, и завтра я буду как новая копейка. У меня иногда появляются не просто черные точки, а такие бугорки. То есть пора забивается настолько глубоко, что сама я не могу ее очистить. И чистка, на которую я хожу, это самая базовая, самая простая и по совместительству даже самая бюджетная процедура, которую можно выполнить у косметолога. То есть таким небольшим металлическим прибором вам проходится по лицу. Конечно, все косметологи работают по-разному, но Анна делает это таким образом, все стерильно, в перчатках. Возможно, я как-то попрошу ее, чтобы я поснимала. Ну, я не так часто там бываю, может, в следующий раз. Я узнаю, но я очень не люблю кого-то смущать. Так вот, вам проходятся по лицу, просто очищают поры, и вот на следующий день, в первый день я стараюсь не прикасаться к лицу руками, завтра я потрогаю кожу, и она будет такой идеально-идеально ровной. Так, а теперь кое-что из новинок. Забрела я в Ойшем, я даже не подозревала, что до сих пор есть скидки, и я искала подарок, там я подарок не нашла, но увидела пижаму, правда, в размере S. Она свободная, но сидит хорошо, такая нежная, шортики. И вот этот топ даже можно носить в качестве, ну не знаю, чего-то типа под жакет или с какими-то джинсами летом. Он очень красиво смотрится в области груди. Я купила это все без примерки, мне также очень нравится цвет. У меня есть несколько пижам из Ойша, и они довольно прочные. Не выстирываются, не вытягиваются, не меняют свой цвет. А тут еще и приятный бонус, минус 70%. Так что если ищете какую-то пижаму, халатики... Халат был тоже. Почему я не взяла? Я была с малыми, и как-то они меня торопили. Мама, мама, пойдем. Так что я ушла только с пижамой, но зайду еще посмотрю, потому что халатик на лето тоже здорово, так в комплекте. Люблю такое. Знаете, я сама люблю посматривать, кто где что купил, потому что это такая наглядная информация. Я многое покупаю онлайн, там, для себя, для детей, для дома. И так у меня гораздо меньше вероятность того, что я совершу какую-то неудачную покупку.
Также я всегда с удовольствием делюсь с вами информацией о каких-то скидках, о каких-то акциях. И сейчас, к 23 февраля и к 8 марта, у Даниэль Веллингтон проходит очередная акция минус 10% на все подарочные наборы. То есть это могут быть и часы, и дополнительный ремешок, часы или браслет. Тут уже решать только вам. У вас всегда активна моя скидка минус 15%. То есть она суммируется со всеми акциями. В общей сложности можно сэкономить больше 20%. Это приятный бонус. Вы выбираете и диаметр часов. Сейчас на мне модель, которая называется Melrose. Она у меня с кожаным ремешком. Сейчас он больше всего мне подошел к моему такому повседневному наряду. Вообще, что бы я ни надела, я всегда беру их часы. Мне также нравится их модель Iconic. Я и мужу дарила на празднике. То есть у них есть и мужские, и женские модели. Вы можете выбрать в серебре или в таком красивом, дорогом розовом золоте. И также вы можете сами выбрать цвет циферблата. Еще к каждому заказу вы можете бесплатно получить их красивую стильную упаковку. Всю подробную информацию я оставлю в инфобоксе. Вы можете заказать часы, там браслет или комплект в подарок себе или своим близким на официальном сайте danielwellington.com. Или если вы проживаете в Москве или будете в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, то можете зайти в стационарный магазин, все попримерять, выбрать что-то под себя. И там также действует мой промокод, который уже высветился у вас на экране. Так что не забывайте пользоваться им. Это всегда как бы дополнительная возможность немножко сэкономить. А теперь будем дальше рассматривать, что еще у меня интересного появилось. И будем готовить одно из самых вкусных блюд, которое когда-либо появлялась на моем канале. Это настолько просто, но готова посоперничать даже с самыми-самыми шикарными ресторанами. Поверьте мне, просто пальчики оближешь. Мои бомбические находки для деток. Супер приятное качество, мягчайший хлопок, то есть натуральный материал. И они не такие, знаете, тоненькие до первой стирки. А цены это... смешно, они прям указаны на ценниках в евро, так что я вас абсолютно не обманываю. Я их покупала, вот эти вот кофточки, свитерки в Pepco. Это международная сеть, она есть не во всех странах, но вы просили делиться. 2 евро. 2 евро. На лицензии Mickey, сложно в это поверить, но 5 евро. 6, это уже побольше размер, и на лицензии Spider-Man. Супергерои, это вообще тема, они очень сильно любят. И вот обычная такая кофточка тоже 6 евро. И она внутри еще с таким легким, ну не то чтобы начесом, но это не самая тонкая ткань. И вот это тоже. Обалдеть, правда? Решила я обновить свои белые кроссовки. С ними до сих пор все хорошо. Они у меня тоже, по-моему, Adidas. Но проблема состоит в том, что у меня нога увеличивается. Я их покупала там 4 года тому назад. Сейчас они мне просто жмут. Я не могу долго в них ходить. Так что я увидела вот эти на Zalando. Это тоже такой международный сайт. Он, по-моему, доставляет по Европе. Что-то как-то я не понимаю. Может, вы мне объясните? Или, возможно, для меня это как-то странно. Вы видите, что они такие остроносые и вот здесь широкие. На картинках этого не было видно. И я сейчас их обую, покажусь вам, что скажете вы. Потому что для меня это что-то новое. Возможно, наоборот, так нога кажется более вытянутой. Простите меня, это сейчас так модно, молодежно такая форма. Я совсем отстала, или я такая непродвинутая, я не знаю. Тоже на сейле их брала, и не могу сказать, что это удачная покупка. Но даже ради интереса почитаю. Да. Возможно, молодежь как раз сейчас предпочитает такие остроносые, растоптыши. Ну, что-то я, наверное, к этому не готова. Я искала себе какой-то светлый клатч, я показывала его в своем инстаграме, купила его на сайте Zara. И он казался там таким, знаете, очень стильным, еще когда увидела, что он с таким солнечным желтым, подумала, о, то, что надо. И классика, и что-то более такое акцентное, здорово. Также это кожа, стоит это счастье $100. Думаю, ну окей, куплю, если это будет классная сумка, то буду ее носить, и причем не один сезон, здесь еще такая, видите, длинная ручка. И что вы думаете, это чудо стоит $100? Как по мне, нет, даже на 50 не выглядит. Какая бы натуральная кожа это ни была, выглядит как сумка, измученная жизнью. И вот эта фурнитура, все, ну, сори, я понимаю, что это Zara, но там даже не кожаную сумку, гораздо дешевле можно найти реально очень классную. Вот это
и не стоит столько, и не выглядит хорошо. Поэтому я говорю ей нет. То я в Инстаграме показала, и многие девчонки типа, а что не так? Может, кто-то и готов платить такую цену за такую сумку, которая выглядит, ну не знаю, очень плохо, как по мне. Как вы считаете? Я ее обязательно верну, потому что мне кажется, что это никуда не годится. Для сегодняшнего блюда нам понадобится немаленькая цукини, 400 грамм фарша, у меня это индейка, вы можете взять любой другой, соль, перец, вот это сливки, дальше помидоры, вот такие целенькие, не в кусочках, фасоль, может быть красная, 2 зубчика чеснока, сладкая паприка перемолотая и сыр пармезан или грана падано. У меня вот здесь остатки, поэтому я доиспользую то, что есть, и открою новый кусочек. И последний must-have – это лук. Начинаем готовить. Нарезаем лук просто обычными кубиками и поджариваем. Тем временем нарезаем чеснок именно кусочками такими. Я понимаю, что можно было бы использовать термомикс, но пока что я не знаю, как к этому отнесетесь вы, не будет ли это кому-то мешать. Вот, поэтому без проблем, чтобы более наглядно было для вас, я покажу, как это приготовить без него. Вообще не вопрос. Рецепт, кстати, не из их базы. Я и раньше это готовила. Берем цукини, отрезаем вот эти все хвостики и разрезаем ее на 4 части. На 4. Не на 4, а на 2. И дальше вот так вдоль длины. Берем ложку. И достаем серединку цукини, но не выбрасываем это все. Пока все это жарится, перемалываем серединку цукини в блендере. Выкладываем фарш вот так по чуть-чуть, или же лопаткой можете его измельчить на сковородке, для того, чтобы вот если просто так перевернуть и все вывалить на сковородку, то фарш схватится одним большим куском, а нам это не надо. Разогреваем духовку до 190 градусов. Мясо поджариваем до румяного состояния. Добавляем фарш, то, что мы перемалывали, так мясо будет сочнее. Теперь помидорки и немного воды. Вы видели, что я сделала? Я налила сюда воду, для того, чтобы как бы использовать весь сок, который был в банке. Так, немножко их разминаем, раздавливаем. Добавляем еще соль и перца. И где-то по одной чайной ложечке карри и паприки. Теперь можем немножко отдохнуть, потому что наш фарш будет тушиться полчаса. Поглядывайте, если вода будет слишком испаряться, просто доливаем, потому что нам нужен такой и не слишком сухой фарш, но и не жидкий. Добавляем сливки где-то 50 мл, то есть немного. Пробуем, достаточно ли соли. Угу. Если у вас консервированная фасоль, то не забудьте промыть ее. Перемешиваем и ждем, чтобы все вкусы как бы соединились, буквально минутку. А тем временем натираем пармезан или перемалываем в блендере. Какой аромат! Можно выключать. Теперь смотрите, что мы делаем. Создаем такую подушечку для цукини, выкладываем немножко фарша на дно нашей формы. Просто, чтобы он покрывал как бы весь периметр, можно сказать. Такое блюдо вы можете подавать с каким-то гарниром или в качестве закуски. Кстати, гости тоже очень оценят, поверьте мне. Даже на праздник такое блюдо здорово подойдет. Выкладываем цукини. Как бы это все поместить? Кто бы мне еще сказал? Это вот знаете, когда не хочется доставать другую форму, ты всеми силами пытаешься запихнуть сюда все. Вот что называется лень. И теперь наполняем цукини еще и сверху. Я когда-то ела очень похожее блюдо в хорошем в итальянском ресторане в Польше. Хотела сказать одно, а вылетело совершенно другое. Так, видите, можно было смело выкладывать больше фарша на дно. Ну да ладно. Просто вот так аккуратно залью этот фарш вокруг цукини. Можно уже без цукини есть.
Так вкусно. Теперь накрываем и ставим запекать все это дело на 20 минут в духовку. Это гениально. А все гениальное, как вы знаете, просто. Готовится очень быстро. Подаем с зеленым лучком и с пармезаном или же с грана падано. Привет из совершенно другого места. За это время я успела переместиться в Украину. Сейчас я нахожусь в Киеве у моего брата. Я вылетела очень рано, поэтому спала буквально несколько часов. Потом из аэропорта я отправилась на рабочую встречу. Все прошло просто замечательно, чему я несказанно рада. И потом Паша забрал меня, привез. Вот я сейчас подкрасилась, привела себя в порядок. Еще переоденусь, и дальше мы едем встретиться с нашими родственниками, с моей тетей, приедет жена Паши, мама. Дальше я познакомлю вас с новым членом семьи, я думаю, сегодня вечером или, возможно, завтра утром, сама не могу дождаться. Мальчишки немножко обиделись на меня, что я поехала без них, они так просились, но есть еще один повод, собственно говоря, для которого я сюда и прилетела. Расскажу вам завтра, я очень давно хотела, и каждый год пропускала это событие. Чуть-чуть окунемся в мое прошлое, расскажу вам, где я училась, что произойдет завтра. В общем, все происходящее я буду посвящать вас постепенно. Кстати, мое лицо сегодня уже зажило, я вчера была на чистке, и сегодня я даже не использовала тональный крем, только локально что-то замазала, какие-то покраснения. Теперь бегу, потому что сейчас Паша будет меня подгонять. Также накопилось много каких-то, знаете, организационных моментов. То нужно оформить какую-то доверенность, то подписать какие-то документы. Я боялась, что с детьми это будет гораздо сложнее. Завтра у меня также будет вечеринка, так как будет встреча одноклассников. И мы не виделись очень давно. В этом году 15 лет с тех пор, как я закончила школу, и я решила не пропускать это событие. Привет! Привет! Это мой брат Паша. У нас чуть больше 7 лет разница. Я старше, да. У нас суббота, 9 часов утра, я только проснулась, а мама уже на йоге. И я пытаюсь справиться с маминой кофемашиной. Я еще сама ею не пользовалась, но была не была. Я и техника, это всегда стрёмно. Именно поэтому в чашке у меня американо, а не капучино. Или какое-то другое кофе с молоком. Я не знаю, как его сделать. Вот, добавлю просто так, и когда придет мама, сделаю уже с пенкой. Надеюсь, что она умеет, потому что она тоже пьет черный кофе. Я в своем фирменном халатике, который мне всегда выдает мама, когда я здесь, и в ее тапулях. Они на овчине, это бренд Эму. Она заказывала их на Анзере. Они такие мягенькие, и они легче, чем мои, такие теплые. Маме у меня жарко, а мне у нее холодно, поэтому я хожу как капуста. Иду принимать душ и буду собираться. Хотела с вами поделиться, что где-то месяц тому назад купила себе очень удачную косметичку с корейскими миниатюрами. Тоже ездила с ней в Австрию. Здесь те продукты, которые я знаю и очень люблю, тоже вам советовала. Бальзам для демакияжа. Буду потом это все наполнять. И вообще, сама косметичка очень удобная. Прозрачная, видно, что в ней внутри. И также, когда что-то выливается у вас случайно, то потом не проливается на остальные вещи. Вот эту масочку тоже использовала, она мне очень хорошо подошла. С яйцом нужно выбросить упаковку. Универсальный тоник от Пюнкан Юль. Подготавливает кожу к последующим средствам. Крем под глаза Бентон. Его здесь 10 грамм, но его на очень долго хватит. И эссенция тоже от Бентон. И крем, я давно как-то хотела его попробовать, и мне подошел. Я бы взяла полную упаковку. И умывалочка тоже. Я люблю помягче, но я думаю, что большинству она как раз придется по вкусу. Клаву марка. Я вот только добавила маслица, но, честно говоря, мне даже без него хорошо. Это Kiehl's. Очень люблю его. И знаете, что еще у меня здесь? Такой бальзам для губ от марки La Roche-Posay. Очень хорошая вещь.
и взяла такие миниатюры, ну как, миниатюры, не миниатюры, они тоже как большатюры выглядят. Шампунь и трехминутная маска, когда-то регулярно ее пользовалась, и вот такая расческа дорожная, веселая, с ананасами, она очень мягкая, не вытирает волосы, и дома у меня большая версия. И вот такая голова, это иногда страшновато, знаешь, так наклоняться. Давай, пасть такая сильная. Сахир. Джулия, не трогай. Сахир. Я ж только тебя. Иди сюда. Ревность чуть-чуть тебя одолела. Ну, правильно скажу. Маленький, столько внимания. Смотри, у него нос, на носу это снег. Скажи, это еще ничего. Я могу весь быть снегом. Тебе не холодно? Ой, мне классно, наоборот. Он такой красивый зимой вообще. Он же жары не переносит. Летом уже он прячется постоянно везде. Ой, так. Тут прям такой. Че? А теперь руки у меня капец. Вот. Ну что, будем знакомиться? Фух, побегала с Сахиром. Это вот пополнение в семье моей мамы. Джульетта. Это Жуля. Порода какая, мама? Двортерьер. 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 Нет, двор шпиц. Шпиц-двор. Мама увидела объявление, что отдадут собачку, просто дворняжку в хорошие руки. Да? У мамы территория позволяет. Поэтому теперь вот у этого зверя будут друзья. Подружка. Точнее, друг. Подружка. Да? Это. Теперь вот мама дама с собачкой, она будет маленькой, вот, и теперь вот их трое здесь. Фу, Сахир, ну ты меня и погонял, я тебе должна сказать. Не обижает Сахир Нет, тебя? Нет, они дружат, играются. Жулька. Жулька. Она раз и убежала. По снегу принцесса не очень хочет ходить. Да? Какое маленькое вообще. По-моему, мам, я тоже хочу такого. Кнопу. Домой. Ты же, ты такой позитивчик. Ты такой дворняжка, так ты возьми уже какую-то породистую, чтобы... Вот чем она тебе не это сам... Джули, не. Я тут разложила косметоз краситься. Не, Джули, это не надо. Покрасить очень хорошо можно будет. Нет, 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 нет. Эй! Мама ее запускает на кухню, потому что жалко, очень холодно. Но днем она играется с Сахиром на улице, да? Фигу. Они так бегали, кстати. Да, она играется с ним, да, сказать. И еще больше нравится на улице, чем дома. Дома скучно. Скажите, у кого есть маленькие собачки и частный дом? Она не хочет заходить в будку большую Сахира. И мама, может, ей купит ее будку. Но пока что она просто сидит на крыльце. И не хочет никуда в домик прятаться. Она же может замерзнуть, или как собаки реагируют на такие холода? Что делать? Ой, какая это радость, я прям не могу. Помните, я рассказывала несколько раз о украинском производителе пальто? Это Minimax UA, я сама у них заказывала несколько. А эта мама вот обзавелась новой моделью. Она у них есть в двух цветах. В таком, как видите, черном с вкраплениями. По-моему, здорово будет, потому что... как раз не так будут видны все соринки. Похоже на Макс Мару. По крою очень стильно смотрится. И еще Кэмел есть. Мама молчит, ничего не говорит. Тебе очень красиво, мама. Вот, а покрутись, пожалуйста, еще. Мне тоже такое нравится. Вот все швы так сделаны. Манжет. Роскошно выглядишь. Вообще так можно короче делать. Угу. И длиннее. Можно так сделать. Угу. Очень красиво. Ну все. Стильняшка, ты у меня еще та. Правда красивое пальто, девчонки? Ну и если на выпуск его носить, то можно так тоже. Ой, без пояса. Угу. А покрутись, пожалуйста. Если без пояса, то это вот так вот выглядеть. Да. И с кроссовками тоже можно. И с ботиночками. Можно одеть, ну, потолще. С каблуком. То есть такая свободная модель, оверсайз. Попросила маму показаться. Мама, вот надо разгладить. Я говорю, ты у меня такая стильная, вот правда, девочки? Мама. Весь рост меня смотришь. Да, во весь рост. Говорю,
Вот с чем носить платье такое? Это платье на маме и свитер. Все отпарить будет вообще шикарно. И посмотрите, можно с грубыми ботинками. Спереди вон какой разрез. Очень круто, молодежно, так стильненько. И тоже мама купила себе туфельки. Что это, мам? Откуда они? Бершка. Бершка, да. Тут такой каблук, я сейчас поближе вам покажу. Вот, и мама говорит, что удобная. Да, мам? Удобная, короткая, ну, я вообще не чувствую, как устойчивая. И получается такой уже более нарядный вариант, да? Да, очень красиво. И, ну, нормально, наверное. Можно еще так плечико открыть, мама. О. С какой стороны? Какой тебе удобно? Я могу только левое, например. О, вот так. Я так не... Супер-пупер. Мне так неудобно. А мне очень нравится. Вот так выглядят эти туфли. Очень стильные. И каблук, гляньте, какой прозрачный и устойчивый. Удобный. Высота каблука, я хотела сказать. 12 сантиметров, мама, ты что? Где-то 8 сантиметров. Вот номер артикула, кому надо. У меня мама покупает 39-40 вообще обувь. А это 39, да. Тагир, ко мне. Люлька, а? Я сегодня вообще утром. Я вышла так вот. Ко мне. Он ее взял за шкирь. Я хочу пойти. А я слышала здесь. Мама, что он не слушается? Так. Дашь мне? Оля, да ты такой сильный! Я такое ощущение, что сейчас меня съест. Ты такой страшный, когда видно твои зубы. Я не могу забрать. Так ты его не заберешь. Отпусти, отпусти. Привезла маме мою старую лампу для гель-лака. У меня сейчас новая, чуть больше, от Similac, но очень хорошая для домашнего использования и совсем недорогая, от бренда PNB. Я ее как-то заказывала через, по-моему, подружку свою или через мою зрительницу. Я уже точно не помню, много лет тому назад. Вот такую компактную лампу. Здесь тоже можно таймер поставить на 45 секунд, на 60. Она идеально просушивает ногти. И я ею делала ногти на протяжении нескольких лет. И она до сих пор работает. Просто попробовала что-то еще. А вот теперь маме на всякий случай отдаю эту, потому что иногда у нее что-то отслаивается, то нужно топом перекрыть, то еще что-то. Такая, знаете, дежурная, запасной вариант на всякий случай. Но если вы с нуля сами делаете гель-лак, то обратите внимание, недорогая, но достойная. Так быстро летит время, что я даже не могу поверить в то, что сегодня ночью я уже еду обратно в Краков. Когда мне написали мои одноклассники, что они собираются в этом году, а сейчас исполняется 15 лет с того момента, как мы закончили школу. Я вначале только ходила на такие встречи, и потом я переехала в Польшу, и как-то в феврале после праздников уже или не было отпуска, то есть все вот эти отпускные дни я и так провела где-то там с семьей, или мы куда-то ездили, но в общем как-то не получалось. А тут они написали, что мы встречаемся, и я проверила, есть билеты, и я решила съездить буквально на 2 суток. И за это время даже много успела сделать, и хорошо, что Томак остался с детьми, так что сегодня мы собираемся с одноклассниками вечером. И я не знаю, насколько затянется наша гулянка, возможно, я приеду домой только за чемоданом и сразу в аэропорт. Ну, я сомневаюсь, скорее всего, я посплю несколько часов. Моя аудитория начала расти, и меня начали узнавать люди, с которыми я ходила в школу, или где-то там мы встречались, или мы были знакомы в моей жизни до того, как я переехала в Польшу, и начали писать, вот, что мы из одного города. Да, действительно, я из города Обухов, я ходила в 5-ю школу. Это обычная школа, но у нас был такой довольно сильный класс, я очень любила своих одноклассников, со многими девчонками мы дружили прям по несколько лет, так плотно, каждый день, очень близко, и только с одной подружкой, с Ксюшей, о которой я много раз также упоминала, у нас до сих пор сохранились отношения, причем мы с ней где-то с 3-летнего, да, моего возраста, то есть мы выросли в одной гостинке. Раньше мои родители жили в гостинке, мам, 40 метров квадратных, да, у нас было? Где-то так, такая небольшая квартира, и там же родился мой брат, и вот как-то мы с Ксюшей с самого детства, то она уезжает куда-то, мы потом встречаемся снова, и потом мы начали ходить в один класс, вот она недавно ко мне приезжала, причем не первый раз, тоже в Польшу.
Ну, в общем, а с остальными одноклассниками, со многими, почему-то связь оборвалась, но я с удовольствием встречусь, и также будет наша классная руководитель. Ее пригласили, и поэтому, как только мне сказали, что они собираются, я решила, что да, стоит приехать, и как-то отложила все какие-то дела, поперестраивала свои графики. Ну, потому что это здорово. И 15 лет, знаете ли, не каждый день празднуется. Так что сейчас я буду одеваться, поглажу свой платье-жакет, вот этот розовый, который я вам показывала. Если вдруг я уже не стану включать камеру, то увидимся с вами позже, когда вернусь в Польшу.